извините, конечно. Но от вас запах алкоголя исходит. А, может, да. Сейчас не изымается, как хорошо. Да, 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 это красота вообще. Всем привет! Решили покататься мы по нашей области. Сейчас пока не так далеко отъехали, в принципе, вообще недалеко. 51 километр. Я думаю, в диапазоне 100 километров пока покатаемся. Посмотрим. Проведем, так скажем, эксперимент. Ну все, смотрите, что из этого получилось. Здравствуйте, здравствуйте. Ваши документы. Для какой цели? Нестеров. Цель. Цель какая? Операция у нас проводится. Какая же операция? Вихрь? Анаконда. Так по какой вы меня остановили? А? А ваш штрафчик есть уплаченный, по-моему, да? Да? А? Откуда? У вас. У меня. А? У меня, да. Штрафчик не оплаченный. Это с чего? Ну, за, по крайней мере, за данным автомобилем чистится. Да? Не может быть такого. Ваш водительский. Можем проверить. Да? А это нарушение закона, не оплачено штраф. Да? Нарушение какое-то, да? Вы извините, конечно. Но от вас запах алкоголя исходит. А, даже там. Да? То есть вы хотите провести процедуру какую-то, наверное, ради административную, бога, да? Проверим. Да? Я у вас спрашиваю. Вы сейчас понятых и остановлю, проверим. Я у вас спрашиваю. Что? Я у вас спрашиваю. Вы хотите процедуру какую провести? Тогда извините, от кого алкоголь? Я у вас спрашиваю. Вы слышите меня или нет? Что? Вы хотите какую процедуру провести административную? Может, я ошибаюсь? Нет, я вам задал конкретный вопрос. Будьте добры мне на него ответить. Что вы задали? Я просто, извините, шумит. Вы помните, что я задал вопрос? Что? Вы помните, какая административная процедура сейчас будет происходить? Проверим на состояние алкогольного опьянения. Что для этого нужно сделать? А? Что для этого нужно сделать? Первое. Какие признаки? Пригласим понятых. Первое. Давайте выясним, сначала какие признаки. Сначала ваше водительское удостоверение, пожалуйста. Давайте мы начнем. Вы меня остановили. Давайте вообще по порядку начнем. Изначально. Вы для какой цели меня остановили? Товарищ инспектор, давайте сначала начнем с вашего. Давайте начнем с вашего удостоверения. Без раз, давайте удостоверение ваше. Ради бога. Нестеров Сергей Михайлович, инспектор ДПС, лейтенант полиции. Не-не-не, я читаю вслух. 4 января 2016 года, действительно. Замечательно. Дальнейшая непосредственно причина остановки. Операция «Анаконда» проводится. Операция «Анаконда». Что подразумевает данное спецмероприятие? Транспорта. Что значит? Давайте водители, вы мне разъясните. Водители, которые причастны. Каким-то... Валерий Николаевич. Это здравствуйте, здравствуйте. Вот я хочу. А, то есть уже запах алкоголя, замечательно. Сходит. То есть какая тогда административная процедура должна быть? При понятых освидетельствуется прибор. Первое. То есть у вас есть первая причина, признак точнее, да? Да. Это запах, да? Правильно я понимаю. У вас экзамен принимаете, да? Ну будем сейчас принимать экзамен. Значит, мы давайте. Давайте мы сделаем таким образом. Значит, сейчас должна происходить административная процедура, да. Проверка на состояние алкогольного опьянения. Или вообще, в принципе, опьянения. Принятых, как положено, приборчик. Желание есть продукт, пожалуйста. Нет желания, можем больницу проехать. При вопросе. Ага. Вы можете отказаться от медосвидетельности при что помощи. Сейчас будет происходить? Давайте по порядку. Пожалуйста, проходите на наше подразделение. Я вам предоставил свое. Я вас услышал, я вы посмотрел. Подождите. А у нас демократия, у нас сейчас можно не показывать. Абсолютно правильно, демократия, абсолютно все правильно. Дальше, давайте, смотрите, вы говорите про пост ДПС.
про пост непосредственно. Мне нужно туда пройти. Нет, если желание нет, ради бога, давать прибыль. Ну, нам надо ваши документики. Ага, смотрите. Это же может с автомобиля не выходить. Сейчас абсолютно с вами согласен. Ведь... Вот это вот очень рад слышать. Отлично. Давайте тогда... Сейчас первое, что должно произойти? Приборчик. Сейчас мы приедем. Почему приборчик? Вы ничего сейчас не нарушаете? А что мы нарушаем, скажите? Ну вот давайте вы сейчас сами попробуете точно сказать. Знаете, машины. Вот давайте вы сейчас сами попробуйте вот... Где ошибку найти? Давайте вы сами попробуем. Ошибка первая. Не будем искать. Давайте. Давайте по-нормальному. Не будем никаких. Давайте по-нормальному. Так мы по-нормальному. По закону это по-нормальному. Давайте по-нормальному. Все нормально приберите. Это нормально будет, да? Это нормально будет по закону. Вот сейчас если сделать. Вот отлично. Давайте тогда по закону. Протокол отстранения транспортного средства составляем. Нет, так приносите. Я и документы дам, чтобы. Я документы дам для отстранения. Давайте приносите протокол. Я документы вам передам, вы напишите, составите непосредственно. Вы тем самым... Вы знаете, начнете... мы можем еще по базе данных появить. Может, вы штрафчики должны, может, не оплатили. Это уж не в ваших полномочиях. И судебный пристав даже не занимается. Нет, я проверю, могу вам предупреждать, что, например, у вас не уплачено. Но сейчас, платить. Подождите, давайте начнем. Есть подозрение, что состояние алкогольного опьянения, правильно? Слушайте, надо же полностью всю процедуру провести. Надо же по базе данных вас пробить, правильно? Можно такой вариант сделать? Можно. Вот смотрите, сейчас проверка на состояние алкогольного опьянения, верно? Верно? Нет. Давайте, отстраняйте меня от управления. Я тогда выйду с удовольствием автомобиля. Несите. Протокольчик отстраняй. Принести, вы здесь составлять будете. Протокол, документы я вам. Вы здесь будете составлять. Зачем? Он по закону имеет полное право. Хотя вот я не знаю, где это написано. Не, написано в том, что 70-й пункт административного регламента, 185-й приказ до вас. Там написано, что вот эти все... Чтобы не выходить. Что не выходить, нет обязанности у водителя. А вы можете в 70-й пункте говорить о том, что вы можете предложить. Второй вопрос. Ладно, вы мне так всю голову забили, извините за выражение. Уже вы, я не знаю, вам как таким работать, преподавать хорошо. Правила, знаете, обязанности водителя. Вы должны передавать водителю, а вы не передаете. Так я же не отказываюсь. А чтобы мне выполнить этот пункт правил, должно быть основание. Здесь стационарный пост ДПС. Вы знаете, я не хочу голос пушать, потому что я громко разговариваю. Машину гулять, скажу, я понимаю, шумит, Я понимаю, что здесь... Половина не слышу, ветер выпивает. Согласен. Когда отстраните, тогда я буду обязан выполнить ваши требования. Правильно. Юрист, наверное, да? Попозже все расскажу. Я понял. Сосали, Сергей Михайлович. Ну что, Вадим, он туда сдыхает.